Сегодня мы не будем проходить игру Rainbow Friends, а посмотрим все скримеры от первого и третьего лица. Первый скример, который мы посмотрим, будет от синего монстра. Это было от первого лица, а сейчас будет от третьего. Я хотел, чтобы все монстры съели меня, но, кажется, зеленый с этим был не согласен. Пусть и меня съест, а мы идем смотреть оранжевого. От первого лица это выглядит вообще не страшно, а вот от третьего... Ужас. И последний фиолетовый монстр из радужных друзей тоже не против меня съесть. Так как камеру, к сожалению, съели другие монстры, получилось вот так. На этом все, а сейчас вы можете посмотреть видео, где мы с подписчиками полностью проходили игру «Радужные друзья». А с вами был Геймс, всем пока.